Добро пожаловать. Что вам угодно? Хюрем расстроена. Мне жаль, что на нее напали. Слава Аллаху, она спаслась. Меня мучает угрызение совести. Это же я вызвала ее во дворец. В этом несчастье виноват я. Ведь это я ее выслал. Откуда же мы все знали, что так получится? Что ж, будем осторожнее на будущее. Как только она встанет на ноги, отправим ее в старый дворец. Хюрем никуда не поедет, Валиде. Ее место здесь. Как скажешь. Но не забудь, Хюрем совершила большую оплошность. Наказание было мягким. Валиде Султан. Ибрагим, как ты допустил такую ошибку? Ошибки не было. Ведь я сделал все, как вы просили. Но кто-то успел предупредить Балибея. Да я предупредила, чтобы меня уберечь. Возможно, она ведет двойную игру. Нет. Да я верна мне. Она никогда не предаст. Если так случилось, избавься от улик. Не беспокойтесь. Если хочешь умереть без мук, то признавайся. Ты скажешь. Ты мне все скажешь! Паша Хазрет Лири. Говори. Бандит Ферхат пойман. Живой? Да, Паша, он в темнице. Мне приказали доложить вам и повелителю. Не надо беспокоить повелителя по этому поводу, я сам. Во всем разберусь. Султан Сулейман Хан Хазрет Лири. Не вставай. Лежи. Как она? Повелитель, она серьезно пострадала. Она покалечена. Мы начали лечение, но ей еще нельзя вставать с постели. Продолжайте. Выздоравливай. Спи, отдыхай. Сулейман. Нет времени с тобой возиться. Говори немедленно. Или я порежу тебя на куски. Сначала руки. Потом отрублю ноги. А? Стой! Стой, стой!
Хорошо. Я расскажу все. Паша. Ну что с ним? Он заговорил? Сначала противился, но сейчас он уже готов все рассказать. Да? Я, похоже, пришел вовремя. Вечером прибыли из дворца. Валиде разрешила мне повидаться с детьми. Я думала, это ты позволил. Если бы я знал, что так будет. Видимо, поэтому от тебя скрыли. О чем ты? Разве не странно, что меня вызвали сюда ночью? Почему днем не позвали? Мои враги хотели от меня избавиться. Какие враги, Хюрем? Валиде или Ибрагим? Они хотели тебя убить. Как ты можешь такое даже предполагать? Ты понимаешь, в чем их обвиняешь? Сулейман, прости. Не злись. Я очень расстроена. Я пережила такое. Убили моего коня. А еще они служанку убили. Я невиновна, но меня сослали. Я беспокоилась о тебе, о детях. Все это похоже на кошмарный сон. Давай, рассказывай. Мы разбойники. Мы следили за охотничьим домиком. У нас была единственная цель — захватить побольше денег. Хватит врать! Говори, кто тебя нанял. Повелитель, вы велели мне во всем разобраться. Говори, что удалось узнать? Нам удалось узнать имена. Все они известны как воры и разбойники. На их совести много преступлений. К сожалению, не удалось узнать, кто стоит за их спинами. Похоже, это было обычное бандитское нападение. Или же тот, кто их нанял, хорошо замел следы. Это возможно. Мне нужен их главарь. Его не нашли? Вам не сказали? Вы меня вызывали? Исма, хватит. Убери это и займись детьми. Слушаюсь, моя госпожа. Дай, Хатун, знай, что я очень тебе благодарна. Проси все, что хочешь. Госпожа, не понимаю, за что вы меня благодарите. Той ночью Балибея отправила ты. Нет.
Валиде Султан приказала мне. Это не так. Валиде в жизни такого бы не сделала. Это ты меня спасла. Госпожа, я вас прошу, не впутывайте меня в эти дела. Я хочу одного – выполнять свои обязанности. Для меня главное, чтобы в гареме всегда был порядок. Да, Ихату. Очень скоро я буду во дворце самое главное. Когда этот день настанет, я хочу, чтобы ты была рядом. Хюррем теперь будет жить здесь. Мой сын так распорядился. Но это ужасно. Он очень боится за нее. Сын никуда ее не отпустит, чтобы подобное не повторилось. Хюррем ни за что не отступит. Повелитель не захочет спорить и скоро женится на ней. Этого не будет. И скажи это всем девушкам. Хорошо, Гюляган. Конечно. Я обязательно скажу. Ну да. Не волнуйтесь. Я соболезную, ага. Что это значит? А тебе неизвестно? Твоя-то выходит замуж. О чем ты? Кто замуж выходит? Нигер Калфа. Что это ты еще выдумал? Хватит говорить глупостей. Неужели не устал врать? Вот как? Не веришь? Сам спроси. Я только что видел ее на кухне. Она радостно говорила, что выходит замуж. Это правда? Ну, конечно. А что мне-то? Хочет, пусть выходит. Не говори так. Теперь твоя женщина занята, все. Слушай, лучше отстань от меня. Кто-нибудь услышит, подумает, что это так. А разве нет? Нет. Ты врешь или назло говоришь мне? Дьявол! Это я-то дьявол. Ах, Нигер Калфа, зачем рисовый десерт в такое позднее время? Теперь почтенная госпожа требует кюшкюлю фукаран. Смотри, я приготовил шамбали, свежий. Наша госпожа беременна. Ей захотелось. Эх, Аллах, Аллах. Нигер Калфа. Добрый вечер, Гюляга. Мне не до приветствий. То, что я слышал, правда? О чем ты? Хватит глазеть. Сюмбюль, подлец, сказал, что ты замуж выходишь. Я не поверил ему. Он специально так сказал. Это правда. Это правда. Ты натворила что-то? Это наказание? Нет. Мне хочется выйти замуж. Это мне предназначено судьбой. Нигер Калфа, десерт уже готов. Я очень много положил. Ох! Только осторожно, не опрокинь. Спасибо, Шакирага. На здоровье. Ага. Гюляга. Что с тобой? Ты не знаешь, что случилось? Не знаю. То и случилось. То и случилось! Дай! Дай! Случилось! Не надо! Дай! Случилось! Дай! Случилось! Дай! Случилось! Повелитель. Наконец-то вы пришли. Появились новости, поэтому мы и задержались. Я знаю. Главарь этих разбойников был пойман.
Верно. Его задержали на базаре. Бали Бэй сразу приступил к допросу. Я тоже допрашивал. И что он сказал? Признавайся. Отвечай, кто тебя нанял. Признавайся. Я сам решил. Никто меня не нанимал. Значит, ты сам решил? Да как же ты посмел, негодяй? Кто ты такой, чтобы покушаться на семью нашего падишаха? Кому ты служишь? Говори! А теперь отрубите ему голову. Насадите ее на копье и пронесите по базарной площади, чтобы все это видели. Если бы я этого не сделал, я бы умер, повелитель. Но если виновные уже наказаны? Это дело можно закрыть? Малко Чиглу. Повелитель. Я обязан тебе жизнью. Ведь жизнь Хюрема — это и моя жизнь. Благодарю вас. Для меня большая честь защищать вас. Можешь идти. Ты останься. Можете удалиться. Я принял решение, Ибрагим. Ты мой верный паша, мой главный визирь, главнокомандующий, мой спутник по жизни, мой брат. И ты узнаешь об этом первым. Повелитель, это касается меня? Нигер выходит замуж? Она сама так сказала. Это так. О, Аллах. С чего это? Говорит сама. Захотела. За кого выходит? Известно? Она не сказала мне. Что ж, пусть выходит. Вы что-то хотели, госпожа?
Ты знаешь, мои враги ждут меня в засаде, чтобы убить. Будь наготове, Гюляга. Ты должен найти самых преданных охранников и служанок, самых надежных во дворце. Найди всех, кто предан мне. Я хочу, чтобы ты собрал вместе тех, кто меня не предаст. Я доверяю только тебе. Вы можете на меня рассчитывать. Это для меня большая честь. Но это будет нелегко. Нужно время. Можешь не торопиться. Но сделай все как надо. Учти, нас ждет большая война. Если кто узнает, нам здесь не жить. Не говорите так. Меня это пугает. Упаси Аллах. Гюляга, должны бояться наши враги. Валиде. Добро пожаловать, сын мой. Как поживают мои сыновья? Мехмед боится обрезания. Это не так, я не боюсь. Бояться нечего. С обрядом обрезания вы входите во взрослую жизнь. Сын Манолиса, греческого рыбака из Парги, Ибрагим. Великий визирь Османской империи, военачальник победоносной османской армии, единственный супруг Хатидже Султан сестры Падишаха, Ибрагим Паша. Этого мало? На этом не кончится твоя игра во власть? Сколько еще раз твои руки будут в крови и яде? Сколько еще раз ты позволишь врагам терзать твое сердце? Насколько одна женщина-соперница может быть опаснее и сладкоречивее, чем 10 соперников мужчин? Не удивляйся, Ибрагим, не удивляйся, Тео. Она, русская Александра, как и ты, перевоплотилась. Ты сам выбрал своего дьявола. Ты создал ее для султана Сулеймана. Ты перевоплотился и победил. Продолжай быть покорным. Побеждай свой гнев. Победи его, чтобы он накопился для сражения. Июнь 1530 года. Дорогу султану! Thank you.
Добро пожаловать, государь. Все довольны? Как проходит праздник? Празднования идут во всем городе, повелитель. Все довольны, все молятся за вас. Госпожа, вы прекрасны. Ну что? У меня есть новости. Я нашел человека. Зовут Берчем Ага. Он подобрал стрелка. Ты объяснил, что нам надо? Разумеется. Все пройдет, как вы задумали. Увидите, госпожа моя. Храни Аллах султана Сулеймана. Народ разбогател. Столько затрат, казна опустела. Берчем Ага. Задание сложное. Очень опасное. Надо больше золота. Что вам угодно? Торговец, покажи нам товар. Об этом не думай. Сделай работу. Тогда тебя озолотят. Хорошо. Покажи это. Конечно. Сейчас иди. Я позже тебя найду. Госпожа? Во всем городе накрыты столы с угощениями, заготовлено 4100 барашков, 1350 ягнят, 750 телят, 19500 кур, 235 гусей и еще 1500 уток. Мы продолжаем разносить угощения. Валиде Султан, было закуплено 53400 ока риса, 20000 ока масла, 72500 ока сахара. Все амбары заполнены, машаллах. У торговцев выкуплен весь товар, прилавки пусты, весь рынок кипит, бурлит. 2500 мальчиков сделали обрезание вместе с наследниками. Подданные счастливы. Также мы продолжаем встречать гостей, которые прибыли издалека. Церемония обрезания организована отлично. Надеюсь, Аллах даст мне присутствовать на обрезании и других внуков. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы все подданные получили угощение. Пусть все будут довольны. Чтобы явства стояли на каждом столе. Все шатры выглядят восхитительно. Вы должны это видеть. Привезенные статуи из Будды выставлены на всеобщее обозрение. По улицам водят десятки видов животных. Везде проходит обряд обрезания. Столы ломятся от угощений. Паша Хазрат-Лири. Повелитель, я отлучусь проведать Хатидже Султан. Ей не здоровится. Ибрагим. Ты еще мнительнее, чем Хатидже.